Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же отключить рекламу в играх. Итак, давайте же разберемся, какая здесь проблема. В какую бы вы игру ни зашли с подключенным интернетом, вы там немножко поиграете, там что-либо пройдет, даже секунд 10, по-моему, не пройдет. Вот, бум, первая реклама пошла. Потом пойдет снизу, сверху, начнет вылазить вот эта вся чушь, которая вас будет раздражать, надоедать, будет даже игра подтормаживать. Вот, дабы этого всего избежать, то есть этих всего дискомфорта, этого всего непонятного, вам нужно просто отключать интернет. Неважно, сотовые данные это будут или же это будет Wi-Fi. Вы просто отключаете интернет и пользуетесь полноценно приложением без рекламы. Вот видите, внизу появилась реклама, это еще от старой загрузки. Мы сейчас это все закроем и заново зайдем. Зайдем, и никакой рекламы здесь мы не будем наблюдать. Никакой, никогда. Вы сможете спокойно играть и забудете полностью за эти все неудобства и вообще это все горение вашего зада. Ну, если вы, конечно, играете. Я играю только в определенных случаях, я не задрот, только убиваю время в очереди где-то в каком-то ожидании, неважно. Вот. Это самое простое решение. Почему я говорю именно так? Потому что когда вы захотите, допустим, сделать какой-то, точнее, скачать какое-то приложение, Adblock есть, он как действует на сайте, так и на приложение. Но подключается VPN. VPN, как мы все знаем, это дополнительный расход батареи будет, дополнительный ресурс и как бы, ну, неэффективно. Я, конечно, если вам чем-то не угодил, есть только два таких способа. Решать вам, это ваше дело. Мое дело бы вас проинформировать, поставить к вашему ведому, как изволите. Но я вас призываю к чему? Подписаться на канал, прожать лайк, оценивайте, конечно, сами как хотите, лайки, дизлайки. Главное, прожмите на колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!